Кулоны из индивидуальных фрагментов метеорита Сихотэ-1 в серебряной оправе. Индивидуальные экземпляры метеорита имеют произвольную форму и оплавленный вид, потому что при падении они самостоятельно проходили плотные слои атмосферы Земли, имеют кору плавления и характерные вмятины ригмоглипты. В этих кулонах представлены одни из самых небольших и редких фрагментов метеоритного дождя Сихотэ-1. Метеорит Сихотэ-1 входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Метеорит упал 12 февраля 1947 года в Приморском крае, Бусурийской тайге, в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке. Он разрушился в атмосфере и выпал железным дождем. Художник Петр Медведев стал свидетелем падения Сихотэ-Алиньского метеорита во время рисования картины с местным пейзажем и запечатлел на ней падающий метеорит. В 1957 году в СССР была выпущена почтовая марка, созданная на основе этой картины.